Пока что это зло. Хотя очень много ценных инструментов. Но в принципе, вот так, это и на Западе, так сказать, философия к этому выводу пришла. Это как бы создание огромной толпы, в которой нет никаких норм. Понимаете, чем страшна толпа? Она, что она никакой цензуры ни в словах, ни в мыслях, ни в действиях у толпы нет. Ее можно направить куда угодно. И ты не знаешь, потому что там нет никакой самой экспертизы или цензуры на каждое высказывание. И люди, так сказать, идет это по... То есть человек становится, вообще говоря, извергом, сам не замечая. Ну, изверг в сети, допустим. А, между прочим, то, что происходит и в реале, там какой-нибудь вот эти арабская весна, там Ливия, Сирия, это, вообще говоря, просто переход вот этих вот феноменов, которые наблюдаются в интернете, да, на улицу приходит. Вот в чем.